Приветствую вас, дорогущие любители интересных и необычных анимешных проектов. В общем-то, экспериментов на канале будет множество, и это тот эксперимент, который мы начали с Галиной и не закончили, хотя вызвал и шквал удивления, но и при этом и был приток других зрителей, которым интересен даже этот контент. И мне вот предложили продолжать проходить. К сожалению, буду делать это в одиночестве, потому что Галя не смогла по причине занятости. Но, значит, глава третья, то есть эту игру буду проходить целиком полностью я. Ну что? Эй, Рена, как дела? И что случилось с твоим лицом? Кто-то наложил на тебя проклятие, и ты стал уродцем. Что? Я с утра ничего не заметил. У тебя есть зеркало? Вот, смотри. Я взял у нее из рук зеркало, и когда посмотрел в него, то не заметил ничего необычного. Это какая-то глупая шутка? Прости, не могу держаться. Выражение твоего лица было просто бесценно. Надеюсь, ты меня простишь, потому что сегодня у меня есть для тебя одно последнее задание. Подожди, ты сказал последнее? Да, ты должен был помочь мне всего раз, но меня тронула твоя преданность. Не переживай, это задание будет оплачено еще лучше, чем предыдущее, хотя оно и намного опаснее. И что мне в этот раз придется сделать? Убить 1000 волков-магов? Одолеть парочку драконов в 5 раз больше меня? Спасти прекрасную принцессу, которая будет благодарна мне до скончания веков? Я уже закончил своими фантазиями. Да, думаю, это была последняя. И что мне нужно сделать сегодня? Тебе нужно будет принести мне воды с водопада. Вау, как необычно. Что? Вода будет отбиваться, что ли? Конечно же нет. А разве должна? А что такого трудного в этом задании? Мне просто нужно сходить в лес, взять воды и вернуться, да? Да, это все. Кроме того факта, что водопад охраняется кучей монстров, так как он помогает им регенерировать ХП и силу. Ты ведь шутишь, правда? Я уверена, что ты сможешь всех победить. Не переживай. Ну да. Надеюсь, награда того стоит. Вода поможет тебе с зельями? Это главный ингредиент. Без него я бы не смогла сделать дорогущие зелья. Если это так важно для тебя, я приложу все усилия. Наверное, мне стоило сейчас отправиться туда. Сейчас же. Не хочу ни с кем драться ночью, кто знает, какая еще нечисть водится в этом проклятом лесу. Сражайся только с теми, кого ты думаешь, что сможешь одолеть, хорошо? Я буду ждать тебя здесь, как и всегда. Ну, спасибо за беспокойство. Ох, ты же, блин, это что за ушастики-то? Так, в общем-то, вот эта вот линия, это хиллеры, которые будут хилить других. Вот эти какие-то дракончики, которые, видимо, будут чем-то плеваться, потому что это задний ряд, и если бы они были милишниками, они бы были впереди. В общем, ладно. Опа. Я думал, что это будет больнее. Так, ладно, вот так. Опа, слабо. Опа, хорошо, пробил-то как насквозь. Так. Вот так никого не задену. Так, черт возьми. А вот так? Ой, хорошо, но слабо. Эх, ни по кому не ударил. Так, надо следить за ХП и за маной. Благодаря мане я могу использовать умения, которые у меня есть. Я могу их еще прокачивать. Так, ладно. И для чего это сделал? Ни хрена не попадаю ни по кому. Черт возьми. А вот так. Ой, хорошо. Слабо, но у них ХП очень мало. Ой, хорошо. Так, извержение. Не, их не добил даже. Зря я потратил ману. Так. Максимальная внимательность. Вот так. Бум. Есть! Хе-хе, хорошо. Это что за кабаны такие яростные? Так, ладно. Вот, 4. Сильно. Вот так. Это было не очень, да? Ой, они уже готовы атаковать. Ух ты ж, черт возьми, как больно-то. Так, ладно, вот так. Слабо. Что-то мне с бонусами не везет вообще. Так, сейчас бы мне еще откиснуть не хватало. Так, ладно, хотя бы одного. Ой, классно-то как! Их ни по кому не попал. Не, опять ни по кому. Ох ты, супер. И даже похилился.
Так, это снова хиллер и какие-то лисицы. Обычные лисицы и какие-то дикие черные лисицы. Так. Похилюсь. Так, ладно, вот так может быть. Ой, хорошо. Вот так. Слабенько. Ой! Но не добил. Неплохо. Везение на моей стороне явно. Так, вот так. Угу, сейчас добью ее. Она не успеет ничего сделать. Оп! Хорошо. Ты. Классно. Так, извержение как-нибудь надо сделать. Вот так. Какое-то слабенькое. Надо прокачивать. Угу, вот так. Ой, супер. Так, ладно, ХП еще остается. Есть. Ох ты, супер, какой аннигилятор. Ну-ка. Мне удалось победить всех монстров в лесу. Не удивлюсь, если окажется, что я вообще всех там убил. Когда я зашел в магазин, увидел, что Рена выглядит взволнованно, но как только она увидела меня, улыбка снова появилась на ее лице. Все прошло по плану. Если под планом ты имеешь в виду сразиться с каждым монстром, существующим в этом мире, тогда да. Рада видеть, что ты в порядке. Ну вот твоя награда. Как я и сказал, это будет нашим последним совместным заданием, но я не позволю тебе все так же жить в трущобах. Я поговорил с своей подругой, тебе нужно будет помочь ей в паре заданий. Правда? Спасибо. Не знаю почему, но звучало как-то саркастично. Нет, что ты, сейчас я действительно искренен. Я знаю, что ты не обязана была делать этого, так что это много для меня значит. Она похожа на тебя? Ты имеешь в виду столь красивая луна? Тогда да. Надеюсь, она хотя бы не настолько же скромна. Ты поймешь, что он за человек, когда встретишь с ней. Но, видимо, нам нужно прощаться. Надеюсь, в будущем мы еще встретимся. Я стоял и неловко смотрел на Рену. Не то, чтобы мы были знакомы всю жизнь, но вместе мы через многое прошли. Я подошел к ней и, боясь быть убитым, обнял ее. Но, видимо, не совсем боялся. Яйца у него что надо. К моему удивлению, она ответила на мое объятие, и мы расстались с большими улыбками на лицах. Или так мне показалось, потому что, когда я хотел уйти, Рена заговорила. Эй, можно еще кое о чем тебя попросить? Конечно, что тебе нужно? Не мог бы ты помочь мне с одним зельем позже? Но я почти ничего не знаю о зельеварении. У тебя все получится. Приходи сюда через несколько часов после того, как зайдет солнце. Хорошо, тогда до скорого. Спасибо, увидимся. Ну, мы зайдем, но это такой специальный, так скажем, контент, который, если захотите, я вам покажу в обрезанном виде в конце прохождения. Ну что, вот новая героиня. Да, хороша. Ну что, глава четвертая. Я решил сходить в место, о котором Рена говорил мне. Мне было слегка грустно, что наши пути разошлись, я уже начал привыкать к ее агрессивному стилю. Как бы то ни было, жизнь продолжается, и надеюсь, другая девушка будет мила ко мне, хотя я не знаю, является ли факт знакомства с Реной хорошим индикатором для нее. Я посмотрел на карту и понял, что ее дом находится прямо рядом с этим чертовым лесом. Надеюсь, это не какая-то ловушка или глупая шутка, которую Рена сыграла со мной. Не, это было слишком даже для нее. Я шел, пока не добрался до места с большим количеством деревьев. К слову, это была мирная часть леса. Мне стало интересно, придет ли кто-нибудь, но затем я заметил тень около одного из кустов, и кто-то вышел мне навстречу. Это была эльфийка. Здравствуй, человек. По какому делу ты пришел в наши земли? Ваши земли? Здесь живут эльфы. Ты не знал этого? Я слышал истории об этом, но никогда лично не был здесь, так что прошу прощения. Все в порядке. С кем тебе нужно поговорить? Вообще-то я и сам не знаю. Одна моя подруга послала меня сюда поискать работу. Она сказала, что кому-то понадобится, может быть, моя помощь, ну или мне кое-кто поможет. Ты от Рены? Да, откуда ты... Подожди, это та подруга, которую она говорила? Точно. Меня зовут Сана, я воин-эльфийка. Ну, как бы ты вроде лучница-эльфийка. Ну да ладно. Приятно познакомиться. А ты милашка. Чему ты так удивлен?
Это не связано с тобой напрямую, я просто не думал, что у Рена есть такая подруга, как ты. Что ты имеешь в виду? Ну, такая жопастая сиськастая, наверное. Да, привлекательные очень глазки-то какие, прям в душу смотрят. Но она весьма агрессивна, это кажешься полной ее противоположностью. Я воин и должна быть спокойна. Да и ты, к тому же, Рена неплохая девчонка, знаешь ли. Как-то раз она мне сильно помогла, и с тех пор мы стали друзьями. Мы не впускаем в нашу деревню, кого попало, так что тебе бы стоило быть благодарным. Спасибо. Ты говоришь про деревню, но я пока что вижу только обычный лес. Обычно мы живем в тени деревьев, но ты не беспокойся. Они знают, что ты со мной, так что никто тебе не навредит. Что касается задания, мне нужны кое-какие волшебные грибы из этого леса. Я бы и сам раздобыл их, но мне нельзя удаляться во время службы. Дай угадаю, грибы храняются самыми опасными созданиями, когда-либо обитавшими на земле. Ничего подобного, это обычные грибы, но тебе все равно стоило быть настороже. Шанс, что ты встретишься с какими-нибудь монстрами, довольно велик. Тогда я буду осторожен. Возвращайся, когда раздобудешь грибы. Ох ты, вот такие грибы мне нужны, да? Грибы с глазами. Это наша рязанская достопримечательность. И какие-то огоньки еще. Так. Вот так будет хорошо, наверное. Не до конца. Ой, они размножаются, еще твою мать. Это плохо. Такого я вообще не предполагал. Блин, у меня умений нихера нет, нормально. Они сейчас просто меня запинают количеством, и все. А, не по той. Ой, хорошо. Так, ладно, хп у меня много, они бьют не сильно. Это хоть что-то радует, а? Так. Как бы мне так... Угу, ну хоть так. О, ой, хорошо. Вот, ладно. Ох ты, носороги. Носорог, рок, рок идет. Крокодил, дил, дил, плывет. Ой, пятикратные. Так, а это что дает? Бонусное. Надо похилиться. Ох. Вау, класс! Еще, еще хочу. Ух ты, классно, классно. По нижней бы ударить. Так, это что еще такое? Ну все, добил. А эти еще и хиллеры. Феноменально. Хилят, эти размножаются, эти очень сильно бьют. Просто феноменально. Как мне повезло-то. Ладно, хилиться надо. Вообще надо умение прокачивать. Блин, глаза аж плавятся от такого количества зеленого цвета. Не, я попросту сделать ничего не могу. Их слишком до хрена, это что за бред? Так, ладно, надо как-то действовать. Надо действовать причем радикально, потому что у меня и выносливости мало. Выносливость определяет количество ходов, которые осталось. А это еще не последняя волна. Да. Выглядит, конечно, это все как поражение. Так оно и есть. Так, ладно, надо прокачивать. Так, мне нужно прокачать
силу, наверное. Сила, сила. Так. То, что еще. А, они даже не открыты еще. Может быть, способности? Ну, вот хотя бы так. Потому что без прокачки делать там попросту нечего. Ладно. Дубль номер два. Сейчас, надеюсь, все пройдет гораздо лучше. Вот, по крайней мере, урон уже увеличился. А то я уж прям уверен, что... Ну, в таких-то играх-то я точно уж папка, так что проблем быть не должно. Угу. Как бы не так. Опустились с небес на землю. О, как же вас много. Быстро размножаетесь-то. Так. Их извержение пока не готово еще. Твою мать, это вообще это что такое? Как я с ним нужно на равных сражаться? Ой, все не потому, ну как так, а? Так, ладно, допустим, вот такой, такой. Это только первая волна. Ладно, хорошо. У меня очень мало ходов осталось. Так, тут должно быть чуть попроще. Как бы не так. Да ладно, вы издеваетесь. Как? Снова поражение. Поразительно. Это только второй уровень. Это как же они меня так пинают сильно? Ладно, надо увеличить тогда ХП. Как меня очень быстро отпинали уже на втором уровне. Попытка номер три, черт возьми. Ну, сейчас-то должно все успешно пройти, но у меня ХП теперь много стало. В умении еще одна цепная реакция какая-то появилась. Ладно, надо вообще собраться. Ну. Какие-то мне грибы просто отпенывают до изнеможения. Ничего сделать я не могу. Так, ладно. И зачем это сделал? Никто не знает. Капец. Так, стоп. А, вот так еще можно. Неплохо. Но очень-очень мало ходов. Вот это прям вообще проблема.
Ну и как теперь мне по этому ряду ударить? Ну, спасибо на этом. О, хорошо, хорошо. Бонусные удары. Ох. Так. Супер, 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 просто. Так бы сразу. Но! Какие-то крабы еще добавились. Так, ну что, крабики, поживете вы в этом мире очень недолго, а? Да блин, ну почему все мимо-то? Ой! Да, это очень грустно. О, это как цепная реакция была. О, хорошо. Люблю я такие бонусы. Так. Ну как так? Блин, мощности не хватило. Это обидно. Так. А? Нижнего раздавить надо, потому что у меня очень мало ходов осталось. А, ну. Да, отлично, все. Суровая игра. Вообще изначально думал, что это такая максимально лайтовая игра, проходится вообще с одной попытки, ну как бы не так, да. Дадут просраться тут эти монстры. О! Вымученная победа. Я закончил свое задание и направился к месту, в котором впервые встретился с Анной. Ее нигде не было, но я чувствовал, что она была там. Через пару секунд она вышла из тени и встала напротив меня. Как все прошло? Надеюсь, тебе не пришлось сражаться против слишком большого количества монстров. Все в порядке, это не мое первое сражение, знаешь ли. Даже если это так, думаю, лучше избегать ненужных сражений. Ты так не думаешь? Ты права, просто я уже привык. Глядя на меня, Сан улыбнулась. Думаю, это был первый раз, когда я увидел ее улыбающейся. Ты только с ней познакомился, блин, естественно, первый раз. Говоришь, прям как настоящий ветеран. Мне нужно вернуться к службе, но спасибо тебе за все. Вот немного золота в качестве награды, потрать его с умом. Хорошо, удачи тебе на посту. Спасибо. Довольный, что миссия не казалась слишком сложной, тем, что я смог помочь Сане, я забрал свою награду. Надеюсь, в будущем ей еще понадобится моя помощь. О, какой ты добрый стал, тут вообще быстро меняешься. Так, ну что, 5 глава. Я решил нанести Сане еще один визит и проверить, не нужна ли ей помощь еще в чем-нибудь. Я пришел сюда уже 3-й раз и не особо удивился, когда никого не увидел. Я сел на траву и начал ждать, пока Сана сама не появится передо мной. В этот раз мне пришлось подождать пару минут, но тем не менее она все равно объявилась. Прости, что заставила ждать. Я видела, как ты вошел в лес, но этим утром у нас было собрание. Не переживай насчет этого, надеюсь, ничего плохого не случилось. Ничего такого. Такое собрание, такие собрания у нас в порядке вещей. Мы почти каждое утро их устраиваем. На них мы докладываем, какие люди вошли в наш лес, и монстры подобрались близко к деревне. Монстры вообще приходят сюда? Тут ведь недалеко до их логова. Да, у нас никогда не было проблем с ними, но все равно нужно оставаться на стороже. И я поэтому не вижу никого на пути сюда. Это мера, которую мы предприняли против людей. Ладно, это прозвучит не очень, это просто предосторожность. Мы не станем трогать кого-то, кто просто захотел пройти через лес. Но мы не являемся чьим-то союзниками. А я точно тут в безопасности? А что насчет тебя? Я не хочу доставать тебе проблем. Я тронута тем, что ты за меня волнуешься, но не переживай. Мы оба будем в порядке, если ты, конечно, не пришел сюда навредить нам. Не вижу в этом смысла, вы ведь просто пытаетесь жить своей жизнью. Хотелось бы мне, чтобы все люди так думали. К сожалению, некоторые ослеплены алчностью. Поверь мне, я знаю. У тебя есть какие-то задания для меня? Вообще-то да. Можешь принести мне немного листьев?
Мы используем ее в качестве материала для изготовления луков. Мы можем использовать любые листья, но из тех, которые я хочу, чтобы ты принес, получаются луки лучшего качества. Справишься? Конечно, можешь на меня положиться. Что скажешь насчет монстров? Ничего особенного, просто гляди в оба, никогда не сдавайся во время битвы. Я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня и моего народа. Но ты ведь платишь мне за это. Я знаю, но ты, кажется, делаешь это не только ради денег. Или я ошибаюсь? Ну, не совсем. Началось все из-за денег, но теперь я хочу помочь больше, потому что ты подруга Рены и нравишься мне как личность. Спасибо, и это много для меня значит. Надеюсь, остальные однажды будут мыслить как ты. Но до тех пор я рад тому, что существуют люди, подобные тебе. Пожалуйста, будь осторожен и не нарывайся, хорошо? Если увидишь большое скопление монстров, то лучше обойди стороной. Если покажется, что их слишком много, нет ничего стыдного в том, чтобы предпринять тактическое отступление. Нет смысла умирать напрасно, защищая своего друга или дом, да? Но постарайся не помирить там просто так. Стараюсь не забыть об этом. Прости за мою речь. Я на секунду задумалась и... меня понесло. Ну, я пойду. Будь осторожен. И ты. Так, снова грибы. Ну, их на порядок меньше. А, блин, не по той линии. Ну, ладно. В любом случае, получилось не очень плохо. Потому что вы быстро размножаетесь, брази. Так. О, хорошо. Так, что на это скажете? Да не то и все не так. Так. А зеленый использовать, желтый использовать не буду. А, черт. Опа, это что еще за супер черепаха? Да? Угу. О, давай, надо добивать. Так, пока с ХП у меня все в порядке. Ух ты, яйца! Из яиц! Какого хрена вот эти монстры раскидывают яйца из этих яиц? Попадают, выпадают омары вот эти вот. Это вообще нормально? Это очень странно. Это детеныши ваши? Или паразиты просто? Так, ладно. Это выглядит уже проще. Так, ну еще две волны впереди. Рано расслабляться. Ох уж. Так. Блин, они еще... А, они еще этих носорогов хилят. Это да, да вы что, сдурели совсем, что ли? Сильно бьет, но не по тем. Так. Так. Вот так вдарить, чтобы красиво было вот так. О. Валя, добивать надо. Ладно, четверочка сейчас будет. Очень мощно. Так, ладно, сейчас будет сильно. Не, ну и такие оборонительные редуты здесь. Опасный уровень выносливости. Ладно, последняя волна. О-о-о-о!
Тут не только опасный уровень выносливости, тут опасный уровень вообще в принципе существования. Не, ну тут слишком их много. В любом случае нужно качаться. Давай, 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 давай. Блин, ну это вообще это мега грустно. Просто не хватило выносливости. Из-за этого ничего сделать не смог. Так, ладно. ХП. Выносливость, вот она, то есть добавляет дополнительные ходы. Сила. Способности. Заморозка. Заморозка — это вообще очень сильная способность, которая позволяет нам выиграть несколько ходов до их суператаки какой-нибудь. Так, а выносливость надо прокачать. Ну и ману, пожалуй. Всё, сейчас вот прям будет битва хорошая, мощная, и никто не останется в живых. Ну, кроме меня, разумеется. Причем прокачивать нужно постоянно. Ни в коем случае нельзя забывать про это. Ой. Так. Угу. Что это с тобой сделает? О, неплохо. Так, а как вот эту чупакабру теперь добивать? Ее ничем сейчас не добьешь. Ладно, обидно, но что делать? Ух ты! Вот прям очень сильно. Хорошо, хорошо, вот так мощно и надо добивать. Так. Точно, по яйцу, ну по яйцу надо бить. Так, вот так. Прожжет, отлично. Так, ходов еще много. Тут за особо крутые ходы еще даются дополнительные возможности сходить, как бы это странно не звучало. Дополнительная возможность сходить. Вот так, хорошо. О, прожгло прям. Весьма неплохо. Вот. То есть вы воочию можете увидеть, насколько сильно отличается герой прокачанный от героя совершенно непрокачанного. И РПГ во всей красе. Так. Это, конечно, вот было бы слишком. О! А вот сейчас как раз, кстати. Ух. Давай.
Хорошо, даже носороги отлетают, ничего не могут сделать. Очень слабо было. Так. Ах ты ж, блин, не по той линии совсем. Так. Как же тебе это прижучить? Я одолел всех монстров и вернулся к Сане с панцирями. Надеюсь, я прошла гладко. Ну, я до сих пор жив, так что жаловаться не на что. Мне нравится твое отношение. Из этих листьев получаются отличные луки. Спасибо тебе. Вот твоя награда. Тут немного больше, чем в прошлые разы, так как это задание было сложнее. Благодарю. Как думаешь, завтра тебе понадобится моя помощь? Просто я не хочу приходить сюда каждый день и стоять в лесу в полном одиночестве. Я здесь знаю, что со мной наблюдают те, кого я не могу увидеть. От этого слегка не по себе. Могу понять. Пожалуйста, приходи завтра, мне понадобится твоя помощь кое в чем. Спасибо, тогда до встречи. Увидимся. Ну, собственно, следующую главу мы оставим на следующее видео. И, друзья, если вам нравится такая игра, нравится такой стиль, комментируйте, постараюсь прокачиваться раньше. Ну, давайте сейчас прокачаемся, чтобы в следующий раз уже фейлов не было. Но зато это, по крайней мере, идеально демонстрирует вам прокачанный от непрокачанный. Разница как бы огромная. Так, удача. Удача в чем? Так, удача в любом случае пригодится. И бонус за врага еще. Вот. Совсем другое дело. Друзья, всем спасибо, успехов, удачи, играйте в хорошие, оригинальные, интересные игры и не грустите ни в коем случае. Пока-пока.